Замок семьи Виктора. О боже мой, я даже не удивлен. Глава 6.1. Спасательная операция. Ведь это такие ужасные мудаки, что и... Что их будет спасать неудушевленное существо. Ладно, с тобой я дело имел. По-моему, это какая-то обновленная версия. С того, с кем я имел дело, потому что ты что-то как-то быстрее соображаешь. Это снег или песок? Я не пойму, он... Ну, скорее всего, песок. Вау. Зато они сделали скатывание по поверхности гладкой. Из песка. А нормальные бои продумать не могли. Могли бы хотя бы комбо придумать, что ли, там. Нет, это снег или песок? Ну, скорее всего, песок. Сейчас меня чуть не поимели из-за того, что он начал меня толкать этим щитом. Окей. Хорошо, что здесь есть кулдаун после удара уже плюс. Воу. Что? Ладно. По-моему, ребят начали перебарщивать со сложностью. Не, ну правда. Не, ну нормал подразумевает, конечно, много смертей. Нет, точнее, подразумевает смерти иногда. Но не постоянные же смерти на каждом враге. Я вроде не так хорошо и... Нет, точнее, не так плохо играю, как может казаться. Чё? А. Я подумал, почему я не убил с одного удара. Неважно. И как к нему подступить? Вот так вот. Я подумал, что он 4 удара будет бить в ладоши свои. В ладушки поиграть решил. Но нет, он всего лишь 3. И на этом я тебя схловил, говнюк. Ты был слишком предсказуем. О боже. Ну, говнюки... О, боже, я же маленький. До свидания. Ща я буду спариться, что ли, с вами? Нет. Не, ну охереть, жизни нет, кристаллов нет. По двое врагов. Да что за так... Еще... О, боже мой! Да вы что, шутите, что ли? Слушайте, идите в сраку. Я не пойду с вами. Их же можно просто пробежать. Только кристаллы заберу. А-а-а. На время только включается. А-а-а! Не трогай меня. Не трогай меня, подло. Значит, там еще что-то есть, наверное. Нет. Скорее, Нак! Твою налево. Ага! Жестянки поганые. А может чуть-чуть на ящиках есть? Давайте посмотрим. Нет, ничего там нету. Их потрясающих желтых ящиков. Пока, лошьё! Пока! Здесь не обязательно всех убивать, окей. Но здесь обязательно, похоже. Да. И чё тут повертел?
Поверти назад, в другую сторону, давай. Ну нихера себе у него радиус действия! По яйцам получил? Успокоился? Надеюсь, это были анальный шар, с которым ты забавляешься в одиночестве. Потому что никто... Никому ты не нравишься, сраный извращенец. Жизнь! Больше жизни, дайте больше жизни. Вау! Я такие-то их забил. Такие забил их. Здесь тоже ничего. Отстой, где все секреты? По-любому, больше всего секретов есть в настройке. Сто пудов, я в этом уверен. Опс. Привет. Козел. По-любому какой-то из этих ящиков скрывается. Не, ну там тогда трещина была или еще что-нибудь, чтобы подсказать игроку. Не просто так же отправлять его в задницу. У-у-у-у! 5 с плюсом. Сосунки! А, последний остался. А как я тебя-то не добил? Ты что вздумал? Решил мне тут показать кунг-фу, мать твою. Будешь в детском саду у себя кунг-фу показывать. Да я не верю, что здесь ничего нету. Вау. Так быстро заканчивается. После ее действия. Осторожно, мужик! Че? Воо! Ну что это за чушь такая? Какого хера он скатился? Все в жопу, он не должен был скатываться, что это за нахер? Сейчас я еще бил в воздухе и направлял в сторону врага. Нет, он нахер вниз начал бить, совсем в другую сторону. Тут просто плюнуть хочется, а! Что это за тупость такая? Ну серьезно, это и чушь ведь. Я все делаю, все как прежде. Наконец-то. Ааа, невозможно от этого всего вернуться. Слишком много всякого дерьма на экране. В тебя летит. Я еще не знаю, здесь сделали бы. Поверхность, по которой я могу еще не по всей ходить. Наконец-то. Упокоился. Гори в аду. Урод. А, окей. Все равно ничего нету. Вау, какие услужливо открывающиеся двери-то. Вы останетесь здесь, пока все не решится. Чудесная комната. Лучший вид в замке. Мы были настолько предсказуемы. Именно так, доктор. Сказать честно, мне жаль вас. Вы настолько одарены, но растрачиваете талант на проекты вроде неуправляемого питомца. А у Виктора есть цель. Смотрите и учитесь, потому что благодаря ему весь мир скоро изменится. Да нет, просто Роберт Дауни младший. Я надеюсь, что комната вам понравилась. Вот и все. Вы не выйдете из нее, пока не образумитесь и не начнете сотрудничать с Виктором, а не вредить ему. Типичная баба. О,
Кстати, Лукас, вот, держи, в суматохе ты кое-что потерял. Нифига себе, у нее задница, я только сейчас заметил. Это не задница, это прям как два арбуза, два вздутых манго, глава 62, паровая дорога, два утюга с шаровой поверхностью, два ядра для боулинга. Сосал? Сосал. Еее, мне нравится, когда они всасывают. И куда мне идти дальше? А вот это нечестно. Парни, вы быстрее. Я ж не спортсмен. Мне с вами гоняться теперь, что ли? Нет. Вот это я увидел, это невозможно не заметить. Какого хрена? Где все секреты? Дайте мне уже подрасти. Воу-воу-воу-воу-воу, чувак! Не знаю, зачем мне говорили прыгать, я уже был в воздухе в двойном прыжке. Но я еще раз прыгнул на всякий случай. Ну, раз сказали прыгать, ладно, буду прыгать. Так и быть. Дерево. Ты решил стать бревном, окей? Буратино. О, да. А, теперь я могу из бревна добывать себе початки. Деревянный. Господи. Последнее, что мне могло прийти в голову, это деревянный наг. Няк. Нюк. Дюк-нюк. А может быть это дюк-нюким? Ну, няк-нюк. Просто он поменял имя. Там защита свидетелей и все такое. Мы сказали, мужик, дерьмовая игра вышла с твоим участием, поэтому... Ты уж извини, но придется тебе поменять имя, фамилию. Будешь няком. Будешь няком? Мать твою, куда я попал? Let's do this! Не там, where is the this girls? Я не помню фразы его. Пошел в жопу. Пошел в жопу. Это было быстро. Забежал какой-то хрен, надавал всем по харе. Ушел. Все. Хроники дня. Ты чё думал? А, я вижу секрет. Спокойно. Вот здесь 60 FPS только что было. Вот и сейчас, когда я кручусь, выхожу, становится сразу чуть меньше. О боже мой! Огненные стрелы! Куски. Ишь, что захотели. Иди себе, я не знаю, там... Курицу поджарь сначала. Отстой кулинарного мастерства. По тебе даже... тебе даже любой поваренок, который только вступил в кулинарную академию, унизит. Я не могу это сломать? Почему? Там что-то есть. Удивительно, что я не могу сломать это дело. Блин, ну мне же не нужны бревна. Зачем я это делал? Ну вообще, если кому-то нужны бревна, то... Вы либо извращенец... Какой-то. Либо вы живете в деревне. Так, и чё они говорят, что это значит? У меня они добавляются или нет? Я что-то не... А! По-моему, добавляются. Или нет, или она просто. Или просто димаг больше. Или просто ХП больше сносит, когда они горят. А, черт, я теперь горячий. Да, они отнимаются понемножечку. Воу! Я нажимал! Вы это видели? Я нажал! Игра стала, нет, иди в жопу! И что это такое?
Вы говорите нажимать крестик? Я нажимаю крестик. Нет, нахер. Но это чушь какая-то была сейчас. Сейчас, вот сейчас игра меня поимела. Подождите, может мне надо горящим быть, чтобы открыть эту дверь? Нихера себе! Вот это логика, конечно. Но если бы здесь что-нибудь лежало, был бы совсем другой эффект. Слушайте, идет все в жопу! Я бил его головой только что! Да это просто бред какой-то! Я только что его бил с ударом сверху. Нет. Ударом сверху бил, нет. Мне сказали. Я не ударил его. Окей. Окей. Без проблем. Пошел вон. Нет. Все равно подожгли, ведь смотрите, а. Вали. Мне одно интересно, а горящий димаг может им больше урона наносит? Черт его знает. О, я вижу забитую дверь, там по-любому есть секрет. Секрет, секретец. Привет. Как ваше ничего? Я все понял, что ваше ничего вполне такое и ничего себе. Надоели. Ну и где я? Я так и не понял, где я был. Дальше счетчик и комбо, ох ты. А, нет, я подумал, что две за одну главу, нет. Одна была в предыдущей. Ну, блин, мне Поленьев. Выпишите кто-нибудь? Че, никто не выпишет? А, вон они валяются. О, фак. Слушайте, я прыгал, это просто невозможно, это слишком быстрый удар. Ну, блин, хватит уже, а! Ну, серьезно, без шансов просто. Я прыгал. Ладно, неважно. Окей! Не, я просто больше ничего не буду говорить. Игра уже играет по своим правилам. Слушайте, ну невозможно же от всего увернуться. Невозможно от всего увернуться! Это просто идиотизм! Бьешь одного, тебя бьет другой! Шансов нет вообще! Это просто идиотизм! Что это? Ну вот посмотрите, я присел. Спустился, меня убили, спустился, убили, спустился, убили. Ну ёптыть, совесть надо иметь какой-нибудь, а? Что вы, зачем вы так сделали-то, ёптыть? Вот прикол это проходить 500 раз. Просто охереть. Нахер пошли. Маразм какой-то. Дебилистический. Какого хера он форму поменял так не вовремя, а? Вот если бы он не поменял формы, удар бы прошел по нему, а так он поменял форму. Дальность удара стала меньше. Пошло все в жопу, я даже не буду париться за это дело.
Не буду париться за увороты, нет. Здесь просто надо идти вперед и бить. И так на удачу проходить. О, повезло, прошел. Не повезло, и пошел ты в жопу. Ну, серьезно. Я бил того, кто стоял передо мной, а не дальнего. Нет, нахер, он бил дальнего. Хотя, если бы я бил переднего, меня бы все равно ударили стрелы. Это просто чушь. Вау. Тупизна великолепная. Не знаю, почему у меня сейчас горение закончится, если честно. У меня еще было время, не то чтобы... Или может... Было время на то, что, чтобы его сохранить, неважно, я не знаю. Что-то здесь не то происходит. Или я что-то не осознаю. Вау. Ну ладно, хоть спасибо за то, что когда я лежу после удара, меня не задевают стрелы. И на этом спасибо большое. Очень польщен. Некоторые моменты просто выносят. Вы чё издеваетесь? Где он? Охереть, убежал. Если бы еще убил меня, пересрался совсем. Фак, вот это не круто. Козел! Я думал, что ты перестал стрелять. Нет. Здесь ничего не пропустил, а то мало ли. Вкусняшки какие. Может, туда можно пройти? Можно было, наверное, вниз упасть. Сразу там... Как спецназ залететь к этому киборгу. Райден-версии нихера. Отсосать ты не хочешь, нет? Все, ХП он мне снес, ага. Я не буду проходить мимо этой поленницы. Или придется. Ну, тогда... Ну, хорошо, что прошел. А, мне в любом случае пришлось бы это сделать. Фак. Вот это была жопа сейчас. Почему? Я не понимаю! Почему с... Да... Вы посмотрите, что сделала игра! Она не дала мне ударить. Она сняла с меня эти сраные полена. И меня убили в этот момент. Ну просто замечательно, знаете? У меня такое чувство, что она пытается меня изнасиловать. Вот правда. Ну что за такое стечение обстоятельств странное? А еще можно взять с собой? Спасибо. Вау. Ну может это из-за того, что я здесь, конечно, замешкался. Да нет, здесь было новое выполнение. Короче говоря, я не знаю, что было. Я даже не понял, кто меня в прошлый раз убил. И как. Скорее всего, из-за того, что я замешкался снизу. Кусок. Воу. Отлично.
А, там, видимо, время вышло. Поджиги. Откуда я пришел? Я не могу спрыгнуть отсюда. Замечательно. Зато я могу с обрывов спрыгнуть. С которых лучше бы, конечно, не прыгать, и которые не видны, в принципе, иногда бывает, но. Окей, я могу с них спрыгнуть. Не знаю, почему снизу открывалась еще одна, может быть там какой-то секрет был, а может быть здесь есть. Неважно, главное здесь торопиться. Тупо имеют еще. Ни за что. Ну ладно, здесь горение быстро спало. А? Уа? Ну ладно, пойду сюда. Раз пошел. Не знаю, что-то мне даст, но ладно. А было бы хорошо, если бы врагов было видно. А не только Нака. Алло. Такой лихой элемент игры, как видимые враги. Лихой, легкий. Неважно. Это лихой и легкий одновременно. Вон, что ты мне сделаешь огненными стрелами, я даже не знаю, я уже горю. Я весь горю! Фак. Но я все равно и так большой, так что. О боже мой, ладно, сейчас я этих вынесу. А, как мне нравится, когда они одним ударом убивают. Ну ёптыть! Вы не могли хотя бы сделать, чтобы они за два убивали тебя, не за один удар. Ё-моё! Ладно, пробуем на скорость. Пойдем на скорость. Если надо было на скорость действовать. Скорее всего. Они убили друг дружку только что, вы это видели. Козел. Да что меня убило сейчас? Я не понимаю, когда он успел подшечь это все? Я поражаюсь просто. Значит, что бьешь, что бьешь ты врага, что не бьешь ты его. Ему насрать! Он продолжает делать то, что делал. Он абсолютно никакой реакции. Вау! Давай! Теперь он еще застрял здесь. Пошел вон. Да, не отскакивай! Назад! Он назад отскакивает! Просто это раздражает! Это не я делаю, и не я назад отскакиваю, он сам. А по-другому мне никак не пройти вперед. Ладно, сейчас не буду отскакивать назад. Ну ёптыть! Из-за того, что геймдизайнеры придумали, что должно быть так, а не иначе, я оказываюсь в жопе. Почему он назад-то отскакивает? Прямо в эту странную... Масло, лаву, что это? Да насрать. Грандиозный пипец. Так надо было сделать сразу. А, это еще не все. А где я был вообще со мной? Уа? Почему? Почему в рот? Я еще не понимаю, где я оказался, что это такое?
куда меня повели? Я не осознаю вообще уже. Так. А. Окей. Я пришел отсюда как раз. А почему там кристаллы есть? Видимо, они зареспаунились, точно. Да, вспомнил все. Все вспомнил. Все круто. Не, на самом деле все плохо. Я туда не пойду. В топку. Там все слишком плохо. Получили по харе. Какие-то здесь странно выдвигающиеся платформы. Неравномерно распределенные по всей плоскости предметов. Или это не плоскость предметов? Нет, это не плоскость. Это все, что нужно было здесь сделать. Окей! В отличие от того идиотизма, который мне пришлось пережить, это было крайне легко. Давайте, даю еще вам по жопе. А главное, он стоит на горящем пламени и на горящем масле, ему насрать на все. Наконец-то! С первого раза хоть что-то прошел. Ну тот второй эпизод не считается. Он был очень легок.